Максим, добрый день, с приездом в сборную. Спасибо. Расскажи, как узнал о том, что ты вызван? Так, сегодня 9 число, ну вот 7 числа мне позвонили, сказали, что нужно готовиться приехать, сдать тест на коронавирус. Ну, в общем, все оперативно сделал и уже вчера вечером прибыл в расположение сборной. Очень рад, рад всех видеть, все ребята знакомые, коллектив прекрасный. Наверняка смотрел вчерашнюю игру. Что для себя отметил, что можешь сказать о контрольной встрече, потому что следующие будут уже официальные в рамках Лиги Наций. Полноценную игру не получилось посмотреть, потому что я в дороге был, из Тулы ехал в Москву, и связь постоянно пропадала. Ну, так, в принципе, моментами удавалось посмотреть. В целом, хорошо играли, и плюс состав экспериментальный был. Ну, вот разные сочетания. Мне кажется, что все, кроме результата, было неплохо. Как твое вообще самочувствие, состояние? Потому что не так давно, да, у тебя были какие-то там проблемы с повреждением у тебя было. Но уже ты как бы в тонусе играешь за клуб вообще. В каком состоянии, на твой взгляд, ты к нам приехал? Было небольшое повреждение перед прошлым вызовом в сборную. К сожалению, тогда травма помешала мне приехать. Вот сейчас все отлично, функциональное состояние прекрасное. Последние матчи, там последние три матча полностью играл. Нахожусь в хорошей форме, и вот сейчас по тренировке видно, что и резкость, и физика все есть. Наверняка смотрел тоже и сентябрьские матчи, как вообще уровень нашей группы в Лиге Наций. Один из соперников у нас уже был в сентябре, это Венгрия. Турция вот сейчас совсем неплохо сыграла, в Германии не проиграла. Вот как тебе наши оппоненты? Ну, крепкая группа, все соперники достойные, умеют играть в футбол, умеют играть в атаку. Вот. Ну и наша сборная, как показали два последних матча в Лиге Наций, мы можем с этими командами играть, можем побеждать, брать очки. То же самое нужно сделать и в предстоящих двух матчах.